Стоит ли переводить интерфейс Blender на английский? Ну, во многих видео для начинающих говорится, что нет, не стоит. Лучше оставить, конечно, интерфейс на английском, потому что любые туториалы, которые вы будете смотреть, хоть на русском, хоть на английском, везде используется интерфейс на английском. И вы быстрее привыкнете по-любому к английскому интерфейсу, чем к русскому. Но есть одна вещь в интерфейсе Blender, которую все-таки стоит перевести на русский. Это подсказки. То есть, когда вы наводите на какую-то кнопочку курсор мышки, и у вас появляется вот такая подсказка на русском языке. Это очень удобно. Это гораздо удобнее, чем интерфейс, переведенный на русский язык. Как это сделать? Заходим в настройки. И в разделе «Интерфейс» смотрим перевод, смотрим подраздел «Translation». Перевод. Здесь у вас по умолчанию стоит английский язык. Меняете его на русский. Но при этом вы уточняете, что вы хотите перевести на русский язык. Убираете галочку возле «New Data» и ставите галочку возле «Tooltips». То есть подсказки. И мы видим, да, что это означает переводить описание при наведении курсора на элементы пользовательского интерфейса. Рекомендуется. И у вас будут появляться вот такие подсказки.